Валентина Андреевна следит за чистотой на улице Черноморской. Это ее зона ответственности. Работает дворником уже более 8 лет. За это время ей приходилось сталкиваться с разными ситуациями. Но сейчас с приходом регионального оператора, говорит, стало больше порядка. Жители практически не выставляют на газоны и перекрестки пакеты с мусором, а добросовестно выбрасывают их в специальные баки. Стараются, носят регулярно, баков достаточно. Жители, по-моему, довольны. А вот на Астраханской минувшей ночью прямо на клумбе, откуда ни возьмись, появились сразу два мусорных контейнера. Жители недоумевают, зачем. Ведь буквально в 10 метрах от этого места уже установлена площадка для сбора отходов. В ночь мы вышли утром, и баки стоят, и непонятно, как можно на остановку вообще поставить два бака. Тут два бака, там бак. На квартале три контейнера получается. А на том квартале три магазина, четыре, ни одного контейнера. Впрочем, ситуация прояснилась очень быстро. Как объяснили коммунальщики, еще несколько дней назад баки были установлены почти в 200 метрах от этого места, возле одного из магазинов на специально оборудованной площадке. Видимо, кому-то такое соседство не понравилось. Неизвестные мусоросборники самовольно переставили, а на их месте оперативно разбили газон, высадили цветы и огородили территорию. Сейчас идет работа по установлению их личностей. Нарушителям грозит штраф, и такие ситуации, увы, нередки. Поставили возле парикмахерской сначала баки у меня, они перекатили к столовой, а столовая потом уже перекатила на угол сюда, на перекресток уже. И там тоже такая проблема у меня была тоже. Поставили возле магазина, магазин перекатил соседки, соседка уже укатила к остановке. Вот катаем друг другу бачки. Если ближе к курортной зоне порядок удается навести, то в частном секторе центральной части города анапчане упорно продолжают выносить мусор к проезжей части и на газон. На улице Советской жители регулярно убирают контейнер с мусорной площадки, передвигая его от дома к дому. Но даже при его наличии пакеты по привычке продолжают бросать на газонах, грубо нарушая санитарные нормы и правила. Впрочем, уже в ближайшем будущем ситуация должна кардинально измениться. В настоящий момент Управление жилищно-коммунального хозяйства Анапы заканчивает мониторинг и составление единой территориальной схемы, на которой будут указаны все места установки контейнеров и контейнерных площадок. В ближайшем будущем контейнерные площадки будут соответствовать всем требованиям и нормам. Они будут закрытого типа, они будут с ограждением, с крышей, они будут оборудованы замками. Соответственно, выкатить контейнер с такой площадки сможет только экипаж мусороуборочной машины. Скоро открытие курортного сезона, и жителям города уже сейчас необходимо привыкать к новым правилам утилизации и вывоза мусора. Только так можно сохранить порядок и чистоту на улицах Анапы. И каким он будет предстоящим летом, зависит не только от коммунальщиков, но и от жителей, с которых будут брать пример и гости нашего города. Руслан Душевский, Анапа, регион.